Огнеборцы Владивостока в очередной раз призывают граждан не заставлять проезды жилых домов автотранспортом. На сегодняшний день во Владивостоке существует проблема загруженности автотранспортом дворов, жилых домов и офисных помещений, как в рабочие, так и в выходные дни. Неправильно припаркованный возле зданий транспорт сильно мешает проезду пожарных и других экстренных служб. Сегодня в районе улицы Майора Филиппова был проведен совместно с представителями прокуратуры города Владивостока рейд по выявлению запаркованного проезда. В ходе мероприятия было выявлено, что одной из достаточно серьезных проблем огнеборцев при ликвидации пожаров и возгорания в многоэтажных жилых домах является сложность проезда и установки пожарной техники в дворовых территориях. Как правило, внутри дворовые проезды, пожарные гидранты жильцы заставляют личным автотранспортом без учета движения крупногабаритной спецтехники. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, прокладывая дополнительные магистральные рукавные линии, теряя при этом драгоценное время. Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает всех автомобилистов парковаться в установленных местах.